Здравствуйте, добро пожаловать в Турцию, Анталия. Многих сюда не нужно приглашать особенно. По-прежнему популярное направление у наших туристов. И сегодня здесь футбол. Российская сборная проводит товарищескую встречу со сборной Кении. Уникальный в своем роде событие. Потому что для кенийцев это вообще первая в истории встреча с европейской сборной. Для сборной России это первая в истории встреча с соперником из Кении. Резервный арбитр. Стартовый свисток прозвучал. И давайте знакомиться с составами играющих команд. Сегодня была игра против команды Сан-Паулу, которая завершилась со счетом 1-1. Поздравляем нашу молодежь и поздравляем наших взрослых парней, потому что видите, как удачно так случилось. Александр Соболев отправляет мяч в сетку ворот. Правда, здесь какое-то повреждение получает вратарь сборной Кении. Даже выбегают на поле доктора. Атака голевая начинается в таком хорошем современном стиле. С прессинга, с перехвата. Вот Максим Мухин здесь использовал эту оплошность защитника сборной Кении, который потом получил изрядный нагоняй от своих партнеров по команде. Это Энтони или Тедди Акуму. Шестой номер, как с некоторыми другими африканскими государствами, о связи все-таки объединяют с российской командой. Вот сейчас ошибку допускает и наша сборная, и мяч в сетке ворот. Ну, надо же такому случиться. Кенийцы подарили гол нам, а мы ответили им любезностью. Причем это Дмитрий Баринов сделал такую неаккуратную передачу, после которой вроде бы Илья Помазун еще пытался спасти ворота нашей команды. И даже вроде бы ему удалось заблокировать первое касание. Но дальше, посмотрите, что происходит. Ну, как же так? Под давлением, понятно, под давлением. Здесь Дмитрий Баринов, может быть, дело не в его вине. Легко падают, складываются, мы уже видели. Если такое произойдет в штрафной площади, будут подозрения на 11-метровые. Этого нами надо допускать. Какая срезка неприятная от головы Георгия Джики. И мяч в сетке ворот. Ну, тут уж ничего не подпишешь. Мяч срезался удобнейшим образом для кенийского футболиста. И Масуд Джума, 16 номер команды из клуба Аль Джабалаин. Выступает он во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Отправляет легкий мяч в сетку Ильи Помазуна. Посмотрите, здесь он в офсайде находится. Океану, а большое число очень проходимых морских портов. Но тут внимание! По проходимости наша штрафная площадь сегодня, надо сказать, в первом тайме с кенийскими морскими портами вполне соперничает. Удар по летящему мячу очень красивый. Получился гол. А вот летящий мяч. Но не в створ ворот. Однако это Георгий Джики. Будет работать студия у нас в перерыве. Не отвлекайтесь серьезно и надолго. Ну как отвлечься от такой игры? У нас снова был риск пропустить. Сейчас наносил удар Олунга, справился с ним Илья Помазун и прозвучал свисток турецкого арбитра. Первый тайм этого матча в Анталье на стадионе Мардан. Титаник завершен. К сожалению, российская сборная, открывшая счет, это сделал Александр Соболев. Судья из Турции Атила Караоглан проверяет сейчас количество вышедших на поле футболистов с обеих сторон, и игра возобновляется. Далеко не всегда в стартовом составе. Как сейчас легко его Майкл Олунга обокрал. Капитан сборной Кении, он же получает мяч. И еще один опасный удар в сторону наших ворот. Удар неточный, к счастью. Но вообще очень здорово. Олунга отработал весь эпизод. Он отобрал мяч в центре поля у Миранчука. Вот посмотрите, очень чисто это сделал, аккуратно. И дальше дождался передача от своего партнера. Здесь еще расправился с Евгеньевым. Ну, как расправился, просто фактически Алексей Миранчук. Аккуратный заброс мяча. Здесь требуется скидка. Вот скидка и удар после скидки. Красивая комбинация наших. Пробивал Далер Кузяев. Но вратарь кенийской сборной в порядке. Далер Кузяев уже пару мячей за Гавр в чемпионате французском забил. Гавр пока находится в нижней части таблицы. И очень стараются наши болельщики. Их постоянно слышно. И создают такую атмосферу почти как на Динамо. Максим Мухин, удар! На каждый из них пытается принести пользу. Это Горшков, Пеняев.
Подача в штрафную площадь. Опережают здесь Ивана Сергеева. Дальний удар капитана. А, простите, Данил Глебов. Данил Глебов, но тоже был капитанский опыт у него. А вот предыдущий эпизод с Мухиным, которому там немного ассистировал один из футболистов кенийской сборной, от которого мяч отскочил. Ну и по летящему мячу хороший удар нанес Кузяев. Снова Сильянов, он уже правый. Хотя слева начал движение, удар! И гол! И гол! Александр Сильянов зашел в штрафную площадь, а Иван Обляков сравнивает счет. 2-2! Ну, я бы отметил, конечно, кроме точного удара Ивана Облякова, вот это движение Александра Сильянова. Знаете, это было, я бы сказал, несколько нетипично. Это было неожиданно. Браво, 27 номер, и браво, 22. Вот Сильянов, смотрите, начинает движение. Он левый защитник, вышел в позицию фактически правого крайнего. И звучит финальный свисток. К сожалению великому, победа нам здесь добиться не удалось, но я поздравляю российских болельщиков с тем, что мы и не проиграли сегодня 109-й сборной мира.